обзор на консоли. Реально думали, что пропущу я такое? Да я ради GTA нашел PS3. Прости, дорогая, но у меня эти дни за день продаж собрали 800 лямов баксов за 3 миллиард. Убрали всех без шансов. Кто способен на такое, если не Rockstar? Звук мотора все громче, их пыл нарастал. Rockstar, вашу мать, дайте вам руку пожать. Это не просто игра, а золотая кладь. Кто знает, что там дальше и вообще как? Но дети мои будут в GTA 6 играть 24 часа на основной сюжет. Спору нет, не видел еще такого свет. Как прошел GTA, сразу сел за обзор. Строки летели сами, это был восторг. Спойлеров по сюжету я тебе не выдам, иначе потом будет просто обидно. Поверь, в пятую часть надо играть самому. Но все же кое-что я тебе расскажу. Тебя ждут 6 грандиозных ограблений, для которых ты сам выбираешь план действий. Либо делай все тихо, либо лезь на рожон. Решать только тебе, выбор за тобой. Для ограбления готовишь сам все, что нужно. Либо машины, либо лодку, либо оружие. Подбираешь сам команду и идешь на дело. Если команда сильная, значит идет все быстрее. Пойдешь ты по сюжету не только против закона, но и пойдешь также за продажных копов. Будешь делать все, что они скажут, иначе тебя и команду твою повяжут. Ну и отдельно миссии для каждого игрока. Жизнь всех ты изменишь наверняка. Увидишь, кто как живет и что ему нужно. Будет интересно и не будет скучно. Теперь играть ты будешь сразу за 3 героев. Переключение в игре между ними простое. Майкл, Тревор, Франклин, бравые ребята. У всех свои способности, все любят деньжата. Майкл замедляет время и стреляет как бог. Франклин доказал, что в форсаже каждый лох. Тревор просто псих и его суперспособность рвать людей на куски и приводить в негодность. Еще одно нововведение — это дайвинг. Исследуй дно океана и его тайны. А в одной миссии даже в твоих руках окажется мини-подлодка, она же батискаф. Также приятный бонус — это твоя собака. Ротвейлер Чоп ищет врагов знатно. А если не на миссии, то бери собаку и дрессируй ее, чтобы давала лапу. Тату-салоны, парикмахерские, одежда, стриптиз-клубы, кинотеатры и, конечно, прыжки с парашютом, дартс, летная школа, йога, триатлон, теннис и многое другое. Прокачивай оружие, прокачивай машины, прокачивай все, парень, что в твоих силах. Мира мало одного, вот тебе другой. GTA одна на миллион, другие игры вон. Перехожу к оценкам, наверное, ждете десяток. Их не будет, ребята, другой сегодня порядок. 10 баллов слишком мало для такой игры. В общем, я начну, а ты внимательно смотри. Геймплей просто дикий, не обманываю я. От восторга были крики, не только у меня. Этот город великий, для одного тебя. 11 баллов, слышишь, ставлю не дробя. Музыка и звуки просто рвали колонки. Мировые хиты громко, без остановки. По радио все то, что слушаешь в жизни. 11 баллов и других не было мыслей. Сюжет покруче каких-то голливудских фильмов. Бюджет побольше, чем у новых картин великих. 3 концовки в игре тебе.